Фильм «Коренные народы» представили в Украинском кризисном центре в рамках дискуссии о защите коренных народов Крыма и возвращении полуострова в состав Украины. Представители Меджлиса, правительства Украины, правозащитных организаций и институтов заявляют, картина призвана объяснить украинскому обществу особенности положения коренных народов Крыма, их международно-правовой и реальный статус, а также политические требования. Организаторы подчеркивают, несмотря на стойкое убеждение, что Крым – это Украина, не все в украинском обществе имеют представление о крымских коренных народах и о том, чего эти народы хотят. Первый заместитель Мининформполитики Украины Минеджи Пар уверена, необходимо общественное понимание вызовов, стоящих перед коренными народами. Питання кримсько-татарського народу – це повернення деокупації Криму, це питання корінного народу і статусу цього народу як такого. І мені дуже важливо, що це питання взагалі піднімається. Нужно осознать, что Крым – это территория, принадлежащая коренным народам, подчеркнула эксперт Института демократии имени Филиппа Орлика Наталья Белицер. Она утверждает, в свете понимания этого факта абсурдность и преступность запрета Меджлиса кримсько-татарського народу России становится очевидной особенно ярко. В цьому ключі треба зосередити наші подальші зусилля де на національному рівні, терміново не тільки завершити і нарешті розглянути і ухвалити закон про корінні народи, а й дуже важливо ратифікація конвенції 169 Міжнародної організації праці, яка знов-таки забезпечує зовсім інший рівень дотримання прав корінних народів як юридично зобов'язуючий документ. Член Меджлиса Искандер Бариев подчеркнул, что крымские татары – это народ, который не только сформировался в Крыму, но и имел в нем собственное государство. Он уверен, без крымских татар полуостров не вернуть. Именно последнее здание, с которого был снят украинский флаг, это было здание Меджлиса крымско-татарского народа. Запрет высшего представительного органа крымских татар – это все равно, что запрет всего народа. Если рассматривать с позиции международного права, именно Меджлис крымско-татарского народа имеет больше права запретить действия оккупационной власти в Крыму или оккупационного суда, который принял подобное решение, нежели сама оккупационная власть в отношении Меджлиса крымско-татарского народа. Организаторы показа уверены, мир все больше будет осознавать ответственность перед крымскими татарами. И задача украинского общества – объединить усилия воздействовать на страну агрессора, чтобы физически защитить коренной народ.